Преступление он совершил в 2021 году. Установлено, что взятки Вишневский получил от директора СК «Торпеда», гендиректора строительной организации, которая возводила многоквартирный жилой дом во Владимире, а также от представителей еще одной строительной фирмы, которая производила капитальный ремонт образовательного учреждения в Коврове. Деньги Вишневский брал за общее покровительство и попустительство по службе и способствованию принятию решений в интересах взяткодателей. Доказано, что экс-чиновник получил взятки на общую сумму более 835 тысяч рублей лично, а также через своих доверенных лиц, в том числе с использованием их банковских счетов. Кроме того, подсудимый путем обмана убедил представителя строительной коммерческой фирмы перечислить пожертвования на благотворительные цели в сумме 150 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Задержали Вишневского в ноябре 2021 года. Его взяли с поличным при получении последней части.